созвали сегодняшнее заседание не для того, чтобы поговорить о внутренних проблемах Украины. Зашкаливающая русофобская кампания в этой стране, развязанная кликой Зеленского, самым непосредственным образом угрожает международному миру и безопасности. Потому что в подобных условиях никакой мир и добрососедские отношения с Украиной невозможны в принципе. Let me be clear anyway on behalf of the UK, and let me say it in Russian. Мы не русофобы. У нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам на 7 лет изучал русский язык, ее историю и замечательную литературу. We do not want Russia to fail as a state, as the Russian delegation sometimes claims. Quite the opposite, in fact. We want Russia to be a stable and prosperous nation, just one that does not try to annex and illegally invade its neighbors. What Ukraine wants, what we all want, is a peace in line with the UN Charter.